Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Амита, я навещу Пола. Помни, Аджай, после всего, что он сделал, он нужен нам живым. Но будь осторожен. Если сможешь, сфотографируй комнаты, где он пытал людей. Пусть все знают, что он за чудовище. Нам надо открыть людям глаза. Да, и будь осторожен, ты нам нужен. Ищите везде!
отвлекаться! Твою мать! Слинял, какого крыла! Держать позиции! Вижу его! Помогите! Быстрее! Помогите! Сдавайся! Быстро! Yeah!
пошел! Пошел, пошел! Дяуниль, прикройте меня! Понял! Халянкор! Бей его! Бей! Амина! Уничтожить поставленных! Выхожу! Ай-яй!
Черт! Запомни это. Ты не так делаешь. Это Гейл, аванпосты захватывай. 10 000 рупий тому, кто его остановит. 10 наличными. Золотой путь взял еще один аванпост. Бейкон Мин! Мы побеждаем! Бейкон Мин! Бейкон Мин! Я тебе объясню, в чем.
Их метров. Зашевелится что? Стреляйте. Он здесь, точно. Убейте его. Микелло! Осторожно, ищите. Что за хрень? Не ждите, пока вас прикончу. Ищите. Ладно. Не отвлекаться. Кто бы это ни был, он сбежал. Не упустите ничего подозрительного. Обыскать местность. Там бродит убийца. Он тут! Отдай тут! Кто, сука, стрелял? Нам все ни по чем! Ухо востро! Хреново! Проверьте все! Найдите, поясните, что это! Ясно! Он сгорелся! Давай, я готов!
пощады! Выясните, в чем дело! Всем держать ухо востро! Спускаюсь, прикройте! Будьте начеку! Мы не знаем, что там! Всем разуть глаза! Найдите, кто это сделал! Проверьте все! Мы победим! Я иду! Быстрее! Сверху! Он там! Беглым стреляй! Представляю себе. Ну что ж, по крайней мере, его злодеяния помогут нам разрушить ложь Пейгана. Не задерживайся там, Аджай. Тебе пора. Фото у меня. Пол, гребаный як. Представляю себе. Ну что ж, по крайней мере, его злодеяния помогут нам разрушить ложь Пейгана. Не задерживайся там, Аджай. Тебе пора. Thank you.
Фото у меня. Пол, гребаный маньяк. Представляю себе. Ну что ж, по крайней мере, его злодеяния помогут нам разрушить ложь Пейгана. Не задерживайся там, Аджай. Тебе пора. Фото у меня. Он и маньяк. Представляю себе. Ну что ж, по крайней мере, его злодеяния помогут нам разрушить ложь Пейгана. Не задерживайся там, Аджай. Тебе пора. Алло, солнышко, как дела? О, замечательно. Просто чудесно. О, нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании.
Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай. Да. Подожди минутку. Привет, Эшли. Да ты что? Потрясающе. Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? Я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения, это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что, извини, буду исправляться. Ты? Gail!
хочет твоей смерти! Окья! Мир был прав насчет тебя. Покончим с этим! За Родину! Зачем ты так? Привет тебе от Нур! Нур? Нур? Она все думает, что семья жива? Да мы ее давно убили. Те письма моей мамочки. Да я сам их писал. Ну, еще дочь помогала. Я сказал ей, что это для друга. Если умеет слезу вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Как-то такую поэму сочинила. Мы с женой просто рыдали. Слушай, Аджай, не дури. Не притворяйся, что тебе есть до этого дело. Пойми твое предназначение. Твое предназначение — быть убийцей. Я специалист по допросам, а ты прирожденный убийца! Живой? Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте! Стойте, мобильник! Аджай, мобильник у меня в заднем кармане! Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу! Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Спасибо, Аджай. За нами должок. А Пол — наша забота. Скучать ему не дадим. Аджай, Пол нам больше не мешает. Его крепость Варшакот уязвима. Пора атаковать ее.
Недавно я был в Америке. Разыскал могилу Ишвари. Но не смог навестить ее после всего, что было. Когда близкие умирают, ты сожалеешь обо всех мелких. Точнее, Полом Харманом. Он пригласил меня домой, познакомил со своей семьей. Знаешь... Наш аванпост атакован! Нужна поддержка! Воины Золотого Пути, помогите! Вперед! Быстрее! Это Аджай. Вернись! И погоду. Чуть не потеряли аванпост. Спасибо за помощь. Без тебя мы бы пропали. Вот, возьми. Thank you.
дерьмо. Послушай моего совета. Будь знахарь, не лезь к нему. Держись подальше. Там что-то есть. Проверь. Там что-то есть. Посмотрите. Идем на подмогу! Против! Сюда! Вперед! Вперед! Мы сможем! Вижу врага! Я тебя бой! Пока враг жив, дерёмся! Пошел! Разойдись! Пошел! Пошел! Гранат! Приближаемся с воздуха! Помощь!
плену. Прошу. У них моя семья. Спаси их, умоляю. Кто, если не ты? Я понял. Развяжи нас. Это все, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. Спасибо. Если бы не ты, не знаю, что со мной было бы. Я избежал объятий смерти.
развязать. Пальцы чувствую. Пожалуйста. Слава богам! Я жив! Все, что есть. Возьми, прошу. Пожалуйста. Вот, возьми. Ты же спас нас. Если бы не вы, меня бы убили. Спасибо. Аджай, имеющий уши да услышит. Откровение. 13:9. Я готовлюсь к проповеди. Да, впечатляет. И ужаснется мир, и узрит дела Господни, и удивится делам Его. А для тебя еще одна заблудшая овца. Найди, проследи и принеси, что найдешь. Отпусти его.
что за граната? Здесь посторонний. Взять его! Граната, берегись! Смерть каждому летит! Ты проклятие! Этих земель, гей! Граната! Я тебя бай! Граната, берегись! Мы сможем! Он под нами!
Ферма почти разрушена, но мы поможем. На помощь! Помогите!
оседлал слона? Ты превратил солдат армии короля в фарш! Нахер танки! Забудьте все, за что я говорил когда-то про них! Теперь я хочу слона! Эта громадина поднимала солдат хоботом и швыряла, как тряпичных кукол! Как же это было круто! Что-то я весь на эмоциях, но реально, ничего потряснее я в жизни не видел! Не хватало только мощного гитарного запила! Нет, вычеркнем это, и двойной радуги на небе, и единорога сверху! Настолько это редкое явление! Кират, и с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему Кирату. Ну да, круто, большие парни уделывают детишек. Стой, ребята, мы без того тяжко. Ну только представьте себя на их месте. Вечно тащатся куда-то, нахрен так жить. Гадят вообще небось в коробке. А как они душ принимают? Пусть заполняют бурдюк водой и опрокидывают на себя. Как дикие звери на водопое. Честно. А вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. И так будет до самой смерти. А еще к беде моя задница чистая, как дудочка. Играть можно на ней, понятно? Представьте себя на их месте. Вы воняете, сыете в коробку и вечно валандаете с места на место. Вечером, небось, хочется одного. Лечь и забыть, что ты вонючий бродяга, измазанный говном. И тут внезапно тук-тук-нео появляется армия короля и говорит: «Эй, парень, мы сейчас нашпигуем тебя свинцом! Убьем тебя и всех твоих друзей!» Какова мораль? Не будь кочевником в Кираке. А самое печальное, что мы не выбираем, где родиться, а принимаем свою культуру и цивилизацию такими, какие они есть. Ну вот здесь, например, Чоту. Парень в доме живет, а пахнет как кочевник. Как такое может быть? Не отрицай, я был у тебя в гостях. И да, ты душ из бурдюка принимаешь. Надо чаще мыться, Чоту. Пожалуйста, мойся почаще. Машину! Убить водителя! Эффективность. Да, травка знает свое дело, и гад, что же?
Они настолько эффективны, что даже в рекламе не нуждаются. Хватает сарафанного радио. Не зря же люди добровольно гробят свои жизни ради наркотиков. Так что Киран ждет процветания, уж поверьте мне. Умные люди инвестируют в опиум. Так что не теряйте времени даром. Мы уже идем к вам. Амита, что с тобой? Думаешь, это легко? Быть первой женщиной Золотого Пути. Стремиться к переменам. Постоянно слыша за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Я настоящий воин. Я буду защищать Кират любой ценой. А они видят лишь женщину. Аджай, ты же умный. Скажи, может, это не мое? Последователи Сабала, их столько. Это они слепы или... Или я чего-то... Не понимаю. Нет, отступают лишь слабаки. Слушай. Помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую. Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Я готов. Отлично, я рада. Нужно захватить завод Нур, но не разноси его. Он пригодится. Аджай, там охрана. Будь осторожней.